приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами проведем практику. Это практика на деньги. И будем практику проводить с помощью лаврового листа. И будем таким образом отгонять бедность и нищету от нашего дома. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А также поделитесь с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому знаете, что эта информация будет полезна и важна. И, друзья, прямо сейчас в комментариях под этим видео напишите: «Богатство Вселенной в моих руках. Я процветаю и преуспеваю». И не только нужно написать, но и обязательно произнесите это вслух. И, друзья, вернемся к нашей практике. Это несложная практика, которая поможет вам забыть о проблемах с деньгами. И здесь главный ингредиент, который нам понадобится для проведения этой практики, это лавровый лист. Да, мы все лавровый лист любим, добавляем его в блюдо. Но, вы знаете, эти ароматные листочки способны творить чудеса. И творить чудеса не только с нашей едой, да, добавляя такую вот пикантность, но и также помогая нам в нашем благосостоянии. Но надо в обязательном порядке, здесь мы хотим сделать акцент, вы правильно должны сжечь эти лавровые листочки. И так в таком случае у вас все получится. Итак, эту практику нужно проводить один раз в месяц на растущую луну. А у нас, друзья, начинается растущая луна. И выбирайте вечер, когда вас никто не будет тревожить и беспокоить. И возьмите столько листочков, обращаем ваше внимание, столько листочков, сколько у вас комнат в доме или в квартире. Также вам понадобится железная миска и понадобятся спички. Именно берите спички, а не зажигалку. Далее зажигаем листик и окуриваем этим лавровым листом всю комнату. И сразу хотим вам сказать о том, что этот лист будет плохо гореть, но его придется вам постоянно поджигать снова. И вам важно, чтобы появился вот этот дымок, который и будет заряжать наше пространство положительной энергией. Обходим комнату по часовой стрелке. Проследите, чтобы вот этот дымок лаврового листа попал в ваши дальние уголки вашей каждой комнаты. И обязательно помашите тлеющим листиком возле двери и окна. И каждый раз, когда вы это будете делать в каждой комнате, говорите следующие слова: «Лаврушку сжигаю, деньги себе призываю. Будет дымок и прибыль». И еще раз делаем акцент на том, что эту практику нужно проводить в каждой комнате и каждый месяц. И вы увидите, как со временем ваше финансовое положение значительно улучшится. Причем настолько, что вы сможете жить и без кредитов, долгов, и даже сможете покупать себе те вещи, которые вы, возможно, еще пару месяцев назад не смогли себе позволить. Поэтому обязательно поделитесь этой практикой с теми, кому это будет полезно, важно, возможно, нужна кому-то помощь. И, друзья, мы всем вам желаем быть богатыми, счастливыми и жить в изобилии и процветании.